Охрана мужского здоровья в Иванове выходит на новый уровень. Урологическое отделение 7-й больницы обзавелось высокотехнологичным оборудованием для лечения аденомы предстательной железы у мужчин. Распространенное заболевание рано или поздно настигает практически каждого мужчину. Доброкачественное образование, увеличиваясь в размерах, затрудняет процесс мочеиспускания. Заболевания встречаются у мужчин старше 50 лет. Можно сказать, что оно по сути своей неизбежно, потому что к 80 годам 100% мужчин имеют данное заболевание. С учетом, опять-таки, как я уже сказал, да, предполагаемой продолжительности жизни, количество таких больных будет увеличиваться. Уже более 20 лет в 7-й горбольнице проводят аналогичные операции с помощью резектоскопа. Этот метод по праву называют золотым стандартом в лечении аденомы простаты. Однако устаревший аппарат имел ряд ограничений. К примеру, пациентам с большим размером опухоли малоинвазивный метод был противопоказан. Покупка нового, более современного резектоскопа позволила снять эти ограничения. Кроме того, его можно использовать и при проведении других операций. Оно может быть использовано при операциях на мочевом пузыре, при лечении онкологических заболеваний. Ну, и основное его, так скажем, использование – это действительно лечение аденомы предстательной железы. Лечение пациентов в стационаре теперь занимает не более 5 дней. После выписки человек быстро возвращается к нормальной жизни. В медучреждении планируют проводить около 100 подобных операций ежегодно. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.